Ладно, давайте посидим, на друг друга поглядим. А вот знаете ли вы стихи? Конечно, да. Ой, я соскучился по стихам. Саша, прочитаешь стихотворение, дедушки? Подходи, слушай. Саша, вот уж подрос, да подрос. Я знал, что ты хорошо кушаешь. А физкультурой занимаешься? Зарядкой занимаешься? Или просыпаешься? Давай, давай, громко, Саша. Ой, молодец какой! Как подметил, что я все успеваю! Ой, молодец! Снежана, ты стала еще красивее! Ну, покажись! Ну, я ж соскучился! Ой, еще лучше стало, краше! Давай! Конечно, конечно. Молодец, ой, спасибо. Ох, порадовали вы меня. А сейчас я сыграю с вами. Хотите? Да, конечно. Где моя волшебная снежинка? Так. Слушайте внимательно. Что-то тут у меня есть для вас. Готовы? Да. Так. Дед Мороз, старик веселый? Да! Конечно! Знает песни и загадки? Да! Конечно! Съест все ваши шоколадки? Да! Нет! Да! Нет! Да! Так если я столько съем, то я уже до вас и не дойду после шоколадок-то. Он зажжет, ребята, в елку? Да! Да, в огоньках спрячет нитки и иголки. Нет. Нас на улице согреет? Да. Нет. Нет. Вот что вы, вам не замерзнуть, вам надо двигаться быстрее. А для этого я и подмораживаю, чтобы быстрее двигались. Нет. Веселее. Тепло. Елупуки, брат Мороза? Да, да.
А ты? Расцвела под снегом роза. Дедушка, Маруся, присядь, как там? Ой, правда. Сеня, вот так, знаете, как последний, надо было хорошо. Садись, 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 сад
Палка-палка, посвети! Где подарки? Покажи! Пора, но пришло прощаться с вами.